Уважаемые жители населенного пункта Иванково. Уважаемые жители населенного пункта Теневичи, возле остановки Теневичи производится выдача гуманитарной помощи. А возьмите вот еще вот там. Возьмите тогда вот схему. Таня, возьми, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, вот еще вот это вот. Да, вот так, да, конфеты. Есть конфеты. Не за что. Захвати еще это. Да, и что я буду? Я бы сюда прямо. Колбаса далеко за? Там он хлебушка сосед. Вы недавно видите. Вот спасибо. Дай вам Бог дает здоровье. Вот тут у тебя на стойле повстал. Здравствуйте. А там я, у меня грязные. Иди, я не разуваюсь, иди. Проходите, покажите, куда. Давайте помогу. Я еще на столе, вот тут на столе стал сына, тут на столе. Дай тебе Бог дает здоровьечко. А и вам всем Бог дает здоровьечко. Как здоровье ваше? Моє, ай, не питаю, вже 87 років, яке буде здоров'я? Нема здоров'я, але жити треба, да? Що ти зробиш? А жити треба. Обязательно. Ну, держитесь. Будемо держатися, поки буде Бог держати. Над нами Бог є. Правда, дітки? Звісно. Господь все видить, все буде хорошо. Да. А коли воно вже кончиться, ця війна, ви не знаєте? У вас вже закінчилась війна. Все, у вас не буде її. Да ти що? Господи, слава тобі, Господи, слава тобі. Дальше освобождати тепер і все. Все у вас буде хорошо. Дай Боже. Так, що хлібушенька. На стіл там. Воно просто поклади на столі. На столі поклади. Вам велике спасибо. Ми навіть не думали. Ми йшли вдвох і так вийшло. Вам велике спасибо.